Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Куда же сабля? Артём, машина! Смотри! Баба! Баба! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Принято. Поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Привет, Артём. Артём, иди сюда, дело есть. Сюда приехали. Я сдаюсь!
А, вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Уже. Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Дверь беги, ну! Стой, я лист опущу. Сюда иди, 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 да?
Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ Гюль весь кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак, если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, но это полки. Большое спасибо говорить буду, сколько жив будет.
находимся на местах. Ждать дальнейших указаний. А, вот оно. Отрываю! Слышал, Артём? Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. По крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляции смежного помещения. Поищи вход там. Карта у нас. Так что осталось отвезти к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале.
Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. И остальное тоже. База, это Анна. Основной дорогой. Активность нет. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Лиза, отправляю твои координаты на спросить. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, братва, перетер я по радио с паханом этих гастролеров с поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С понтом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Давно так держал, да! Так это еще не все! Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории! Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит! Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Артём, сюда! Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, и метёт! И песок везде, чтоб ему! Ты напасть какая! Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём! Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, Артём. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попишу. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алёша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказал, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача – любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, и вышла вся. Я на пост. Отлично.
Барон, говори! Интересные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с темы съезжают, типа не при делах. А только видели их людей на точиле, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки по всему полные, поэтому клювами никому не щелкать. Всем отбой, барон сказал. Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Я говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, и пришлось уходить. Мы ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Пускай город мертв. Огромное спасибо, что вытащил нас из Москвы, Артем. Я хоть своими глазами посмотрел. Ага, а вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай, подсажу тебя. Ну что, дальше только ползком. Держись!
Да, чисто сработали. Видел бы ты их рожи, когда я машину завел. Ну, хоть от нас рабы не пострадали. Сосредоточиться! Сэм, Анна, налево! Разгружайся! Быстрее! Брест, туда! Заходи! Заходи! Граната! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с фланга, пока они не развернулись шире и не перестреляли нас! Вперед! Нет, стоп.
отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Неуль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Да скорее идти. Отлично. Ешь кимжок, мля. Никто не ходил. Кто это так? Слышно! Работай, куси! Куси, суку, на! На! Куси, глок! Глок! Ты как, цел? Отлично. Зря я, значит, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне. Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя. Смотри, идет. Поднимайся, тебя никто не тронет. Даже если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне. Че мочишь, но вариантов нет. Еще, мля, если раз про эту шалаву гуль, какая баба, хоть слово, мля. Сюда давай, мля. Удачи, ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх. Что происходит? Очень глупо! Убить их! Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился? Нужно прикончить этот собак! Эх!
Вижу маму! Лови машину! Ёмочки, что происходит? Поддается. Артем, давай поднажмем! И вот с этими вот ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь мы... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший. Артём, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Прячься, прячься. Вы дал мой народ надежда. Я это... никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Артём, нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Жив, зайчонок. Я так волновалась.